Принцесса Канариас, мы дойплеем, играем Call of Duty, второй фронт, Харьков, 22 августа, 43 год. В сердце Харькова. В атаку. Вот все погонники бы сами ходили, бы тут показывал, что в бою на самом деле, хрен вас в бою было. Не из дома стреляет, падлы. Так, доберитесь до площади. Тихо. Да тихо ты. Блин, блинский, да. Хрен выбежишь. Давай. Так. Тихо. Вот так. Все. Половина дела сделана. Осталось только добежать и выжить. Так, столько пуль тебя садили, как ты еще живой-то? Только высунулся. Так. А кто-то, смотрите, кто-то добирается. Вот так вот, если их по одному класть. Вот так вот. Аптечки-то есть. Ой-ой-ой, горю. Аптечки, дайте мне аптечки, пожалуйста. Так, вот, кстати, вот здесь вот можно хоть по домам ходить, в отличие от новомодных и современных. Подожди, вот так вот. Опань. Вы чё, твари, можно было все это время так идти, что ли? Запомните, вот для чего стоит уже контент смотреть. Чтоб не выёбкиваться, как я тут. Так что, все-таки полезно смотреть. Идем. Давай. Вот они, аптечки. Так, скроемся. Так, что надо сделать? Доберитесь до площади. А когда доберусь, то что делать-то? Ну вот я на площади. Дальше это что? Нам нужен инженер, который взорвет эти развалины. Юрий, ты пойдешь со мной. Миша возьмет рацию. Так, прикройте сержанта Антонова. Блин, этот сержант героем станет. Дальше что?
Тебе что надо-то, я не понял. Дебилы кусок. Так. Вот я тебя прикрыл. Пока я иду там танку сейчас, давай. На. Давай. Спокойно. Давай. Дай-ка я сначала. Так. Тут аптечку бы дали бы нахуй. Вот так. Я не вижу их, подожди. Если бы я хотя бы видел бы. Так. Помогите инженерам пересечь поле битвы. Подожди. Спокойно, кто? Ой-ой-ой. Ну давайте. Перегруппируйтесь. Давайте, оп. Ты что такой инвалид? Ни хрена ты не можешь. Я как по-твоему должен набегать все это дело? Может, что, я пойду за танками. Ага, хрен вы памятник свалите. Ну. Хорошая работа. Конечно. Мы должны выходить, пока они не контратаковали. Мы обойдем их с фланга через завод. Нам нужно захватить и удержать железнодорожную станцию. Приближаются бомбардировщики! Давай, где? Хрен там, да? Ладно. Давай. Ждем.
Так. Понятно. Так. Почему я предатель Родины? Вроде сбиваю. Так вот, осталось 3, все нормально. И когда я стал успел предателем Родины стать? Так, направляйтесь к железнодорожному депо. Ну вот. А вы говорили, я предатель Родины. Добыть того не может. Итак, пока мы добираемся до депо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, сколько вас здесь много-то. Так. На. 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 Вот так. Спокойно. Так. Аптечка, 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 аптечка. Нет, аптечек. В бой. Ой. Бум. Так. Вот теперь мы молодцы. Итак. Нет. Тут я показываю, ЦРПГ стоит современная. О, ничего себе. А можно узнать, как с этой... Ага, вот так вот. А, да тут так-то... Если вкратце, то не сложно. Ни хрена себе не сложно, а почему тут самолеты-то летают? Где тут вход на эту самую станцию?
Блин, ничего не понимаю. Так, направляйтесь к железнодорожному депо. Хорошо. Спасибо. Это мы уже проходили. Тихо. Назад, назад, назад надо было. Сейчас. На крыше, значит. Подожди. Где? Не вижу. Так. Где? Где танки-то еще? Танки. Не вижу. Приближаются танки противника. Где? Где приближаются-то? Ну так, ну что ж ты? Да. Блин. Да. На. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Да откуда ты по мне стреляешь? Сбоку откуда-то. Так. Куда вперед-то? На. 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 Так. Так. Уже два. Вау, вау, вау. Так.
Сзади. Сзади. Ты меня сзади. Так. На. Так. А где? Не вижу. Тихо. Вот я спасся. Сколько осталось? Один. Да, у меня как раз под гранатомет. А где ты, где ты? Тихо. Давай. Ой-ой-ой, посекло, посекло. Хотя подожди. Если знаешь, что он сейчас там будет, возле сюда вот ходим. Ага, всю линию пробрасывать. Где ты? Блин, падла. Самолеты эти гребаные. Так, лежим, ждем. Ждем, когда танки поедут. Моя задача — танки. На большее я не способен. Ну и не согласен. Падла. Не получается отсидеться так. Так. Где у меня тут танк-то последний? Танки, танки, танки. Вот он. Я его даже не сразу заметил. На. Тихо. Вот так. Блин. Кто меня так хорошо гасит, а вы не дают уйти. Уйти-то не дают, ладно. Кто? Кто так меня не любит? Так. Беги. Так. Уже хорошо. Блин.
Так, так, так. Блин, блинский. Сложновато. То ли меня самолет тут подбивает еще. Так, не выходим. Ждем. На. На, на. Самолет меня сбивает. Ух ты, аптечки. Перезаряжаемся. Только здоровье поправил. Защищайте, защищаем. Тут можно ползать. До этого нельзя было ползать. Задача выполнена. Наконец-то. Прибытие поезда. Это поезд боевой. Все остальные, все остальные поезда раскидал. Вот так мы и победили. Заметили, какое знамя там развивалось? Да. Поэтому говорю, что мы победили. А сейчас все уже отрицают. Смотрим на наши жесточенные бои, которые проходили. Огнем жгли. Самолетов нас бомбили. Но мы выстрелили. Но выжили. Да, вот это самое жесточенное было бы, да. Ну и вокзал тоже жесть еще. Там. Курская битва. Обзор событий. First squad, follow me! Fall back! Держитесь! Почему? Что вы тут делаете? Кстати, это вроде как было. Так, это тоже было.
И это было. Что, неужто я игру прошел? Потому что показывают все эпизоды, которые уже были. Нет, тут крутой. Так сказать, главный участник военных действий. Я в него стрелял, он не разрушался, а вы что-то бомбу не скинули, он разлетелся. Вообще нечестно, я считаю. Мы тебя отгрузили! А мы смогли, мы это сделали. Когда-то давным-давно это сделали наши деды да прадеды. А я вот в игре-то уже повторил их подвиг. Да. И слава богу, нам такое не увидать. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Не хватало вам уже смерти. Но, тем не менее, что меня радует, от нас опиздюлились все. Загрузка Call of Duty второй фронт дополнение. Смотрим. Ну, как и предполагалось, мы сделали это. Мы прошли. Ну что ж, увидимся уже только в следующей игре. Пока. Вали его. На. Вот так. Опизделился. Опа, 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 опа. Давай. О, смотри, перелез, а мне, сука, не дают перепрыгнуть такие.